Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить наушники Honor Magic AirBuds к вашему айфону. Для этого на айфоне мы отодвигаем шторку, включаем Bluetooth, заходим в настройки Bluetooth, зажав этот значок два раза и нажав Bluetooth Settings. Так просто, не знаю, я так всегда делаю, мне так удобно. Кстати, вот это вот немного странно, это если что никто не видел. Вот, для того, чтобы их подключить, мы должны, помимо того, что мы сделали на айфоне, открыть кейс с данными наушниками и извлечь наушники из кейса. Просто можно положить рядом, они автоматически перейдут в режим сопряжения. И теперь надо подождать, пока iPhone их обнаружит. Он уже их обнаружил, нажимаем на их название, на название наушников. Ждем пару секунд, и все, мы подключились. Если вас интересуют другие видео, связанные с данными наушниками или любой другой техникой, смотрите их у нас на канале Hard Reset, либо же читайте информацию на сайте hardreset.info. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!